покрывали стены непристойными рисунками, плевали, сквернословили. Дома Ипатьева один из убийц государя. Точение. Великая княжна Ольга. Только бы устоять, только бы не дрогнуть духом, только бы сохранить сердце чистое и крепкое. Великая княжна Татьяна, верующие в Господа Иисуса Христа, шли на смерть как на праздник, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое лишь заключение мира спасло ее от разгрома. Августейший повелитель, много сделано им для блага русской земли. Наша тысячелетняя история, наше величие, наша священная особа. Давал все время с тех пор. Благодарю тебя еще и еще за твою бесконечную, нежную любовь, в которой заключается вся моя жизнь. В нынешнее время мы тесно связаны вместе. Маленькая, тесно связанная семья. Близкое свидетельство. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Царь принял решение возложить, если петербургский митрополит Антоний Ватковский этот шаг не благословил, архиереи в ответ промолчали. В последние годы царская семья почти не пропускала богослужений в государевом Федоровском соборе. Государыня с дочерьми сами пели всю литургию на клиросе. Пророчество преподобного Серафима. Род видел, как царь-батюшка нес на своих плечах святые мощи Саровского чудотворца. С этого момента государь не раз говорил: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага для спасения родной». Болгарии, Сербии, Румынии имеются дары царя-мученика, облачения, иконы, богослужебные книги. Русские храмы возводятся в странах Европы, как этот чудный храм Марии Магдалины в Дармштадте, родине императрицы. Воистину, русский царь был к ней. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Господи, когда приидешь во царствие Твое? И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе. Узников разбудили и приказали одеваться, чтобы покинуть город, которому якобы угрожала опасность. Царскую семью сопроводили в полуподвальную комнату первого этажа. Государь, государыня и наследник сели на стулья. За ними расположились великие княжны, доктор и трое преданных сычей криков раненой великой княжны Анастасии. Пули не принесли смерти самым младшим. Их убили штыками и выстрелами в упор только через четверть часа.
под покровом ночи. Труп собаки Джимми, принадлежавший княжне Анастасии, оставлен на месте злодеяния как свидетель царя, кусок шинели и пряжка ремня цесаревича, флакон, бриллианты, палец руки императрицы, медальоны ладанки царевин, пенсне и вставная челюсть лейб-медика Боткина. Свыше 1000 вещественных доказательств найдены следователями Наметкиным и Соколовым. Соколов, просеявший всю землю близ шахты, не нашел ни одного зуба, ни единого их осколка. А именно зубы, как известно, труднее всего поддаются уничтожению. Известно, что через сутки палач Шая Голощекин моли Бога, да отпустит Господь грех народа, не возбранившего убиение твое, да избавит страждущую страну российскую от лютых безбожников за грехи наши и отступление от Бога попущенных. 1000 рублей. Личная библиотека государя перекочевала в библиотеку Конгресса США. Джозеф Дювин, поэт Сергей Бехтеев, писал на третий день бескровной русской дам. Не будет мира вам в блудилище разврата. Ниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда. Здесь создали Соловецкий лагерь особого назначения. Акты по всему лицу России. Сказал, страна, которая приступила заповеди Божии, должна ждать себе каститель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы. Один писатель не опишет обстановки Соловецких лагерей. Остров Анзер Соловецкого архипелага. На вершине ее воздвигнется церковь во имя распятия моего сына. Скит наречется Распятским. Здесь имя Божие прославится мучениками на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Ангел же, обратив речь к женщине, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Что слышал от отца моего. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребывает. Я есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше. Царственные великомученики – одни из тех, которые... Со Спасителем стоит государь Николай Александрович. Царь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает ему терпцу, являет нам мироточивые иконы царской семьи. Множество свидетельств чудесной помощи житие твое. Страдальчествовать изволил еси.
Наконец же, свою прости нас, отступивших от Господа своего. Прости нас, предавших тебя в руки богоубивших соборную клятву отцов наших на верность дому Романовых до скончания века.